«Ворона мать». Грандиозное шоу для наринмарцев и гостей заполярной столицы прошло накануне на площади Марацей. Весь вечер полюбившимися хитами и новыми песнями радовал народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ». На встрече с творческим коллективом, завоевавшим любовь и уважение тысяч россиян, побывала и наша съемочная группа. Такого количества народу площадь Марацей, наверное, не собирала никогда. Концерт идет всего 15 минут, но людей становится все больше и больше. Молодежь, люди среднего возраста, дети и пожилые. В сердце города в этот вечер все как одна огромная семья. Каждая песня – маленькая история и бесспорный хит. «Батька Махно», «Березы», «Родина-мать», «Там за туманами» и другие так полюбившиеся россиянам песни группа «Любэ» исполнила вживую. Ты неси меня, река. Родные мне места, где живет моя краса, голубые у нее глаза. Подпевает и старый млад. Слова практически каждой песни знакомы многим. В основном коллектив в своем творчестве использует элементы рок-музыки, авторской песни и русского народного творчества. Валяй, дурака, Америка, а вот ты маленький мерзнешь, не будь, что себе, что Аляска, Америка. Грандиозное шоу – подарок жителям заполярной столицы к юбилею Ненецкого автономного округа. Патриотическими песнями группа «Любэ» радовала гостей чуть больше часа. В восторге остались все без исключения. Но Колька Расторгуев самый лучший, и песня его это была самая крутая. И такой подарок сделали вообще вот так вот. Вы это свою любимую песню здесь услышали? Да, вот это моя любимая песня, «Родина-мать». Патриотичная песня. Конечно, очень понравился. Все песни знакомые, подпеваем. Да, конечно, очень понравился. Я думаю, у всех прекрасное настроение. И побольше бы таких концертов и наших российских звезд у нас на сцене Наринмара. Впрочем, это не единственный подарок жителям Заполярного края. Массовое празднование юбилея Ненецкого округа состоится 21 сентября. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».